Я вас спираю, видите? Отлично. Мне никто с вами спрашивает. Дорогие девушки, женщины, дамы, дочки, сестры, мамы, поздравляем вас с 8 марта. В первую очередь хочется сказать вам спасибо за то, что вы рядом, за то, что вы поддерживаете, за то, что вы мотивируете, вы делаете нас лучше. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляю, желаю всего самого наилучшего, счастья, любви. Оставайтесь собой, вы прекрасны, и вот цветы вам. Так, у меня что-то не то. Дорогие наши болельщицы, мы всегда рады видеть на футбольном стадионе не только мужчин, но и женский пол. Мы постараемся выиграть, порадовать вас в этот день, чтобы у вас было хорошее настроение. Поздравляю с 8 марта. Дорогие девушки, поздравляем вас с 8 марта. Желаем вам главное терпение, нас терпеть, мужчин, а главное вам здоровья, всех благ, чтобы вы всегда были так прекрасны, как всегда, как вот эти цветы. Счастья вам и любви большой-большой. Большим праздником. Это ваш праздник, 8 марта. Queridas mulheres, queria parabenizar todos vocês por esse grande dia. Dizer que vocês são muito importantes para todos nós homens e dizer que obrigado, obrigado por vocês existirem. 100% ваш праздник. Это 100% ваш праздник.